С 9 ноября первый мультиплекс полностью перейдет на цифровое вещание. В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа начнется вещание цифрового эфирного телевидения. Таким образом, регион станет последним в России, куда придет первый мультиплекс. А в 2018 году завершится федеральная программа развития телерадиовещания в Российской Федерации. К этому моменту аналоговое телевидение будет отключено, его полностью заменит цифровое. Об этом заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. При этом некоторые субъекты страны могут сохранить его, исходя из своих региональных интересов, отметил глава ведомства. Сейчас правительство субсидирует распространение 10 общероссийских обязательных каналов первого мультиплекса в городах с населением менее 100 тысяч человек. С 2018 года трансляции этих 10 каналов в аналоге прекратятся. Первая десятка российских телеканалов будет доступна зрителям малых населенных пунктов только в цифровом варианте.